Довольно-таки интересный проект попался мне под руку недавно на Garry's Mod. Очень похож на Misery, даже судя по звукам. Я сейчас нахожусь в главном меню, если что, ссылочка будет в описании. Так, выбираем себе, нет, создаем персонажа тогда. Так, создать, ага, создать. Имя, какой ведро покойник? Нет, конечно, можно имя сгенерировать, но, пожалуй, я буду Батон. Так, описание персонажа. Вот это, кстати, можно сгенерировать. Мужчина на вид 21 год. Не, давай, давай рост побольше. Какой-нибудь есть рост побольше? Ну, нормально. Мужчина, одет свитер, пойдет, ладно. Погоди, одет свитер, на спине рюкзак с начальным снаряжением и все, да, понял. Здесь есть выбор группировки вроде как, на самом деле нет. Его тут нет, здесь играем только пока за одиночек, ну и ладно, в принципе. Итак, у нас есть 30 очков навыков, мы можем сейчас что-то вкачать. Я думаю, что надо по-любому десяточку вот сюда, да, выносливость. Дальше, скорость бега, можно и пятерочку вкачать, или шестерочку. Ну давай пятерочку вкачаем. Дальше, 15 очков у меня остается, как бы так распределить-то. Ну, по идее, можно силы, крепкий желудок, а крепкие руки как бы... Давай вот 3 в крепкие руки сразу. И 6 сюда, значит, и 6 сюда. Во, все идеально. Или выносливость у нас так много. Ну давай я выносливость 3 очка тогда. Ладно, давай, 1, 2, 3. Нет, вот так сделаю, оп. И вот так сделаю, оп. Крепкие руки. Не знаю, сколько это влияет. Я хотел бы в скорость бега еще вкачаться. Во, я думаю, что так вот идеально. Ну что, завершить? Что я сделал? Что я сделал? Выбрать персонажа. Батон нитро. Во, выбрать. Так, ага. Обучение, введение. Добро пожаловать на GM Zone. Вы зашли на сервер первый раз, поэтому у вас появилось мини-руководство по игре на сервере. Ознакомьтесь с ним перед началом игры на сервере, чтобы при игре на сервере у вас не возникало трудностей. Вас выкинет из игры через одну... Не-не-не, какой выкинет? Итак, обучение. Прежде чем начать игру, думаю, вам стоит ознакомиться с клавишами. F1 меню персонажа, создание отряда, смена описания и инвентарь. Е, смотреть на игрока, понятно. F3, сказать свое имя, PNV при наличии, F6, донат. О, да. Голосовой чат у меня работает. Инвентарь у нас имеется. Так, это что такое у нас? Это PN такой маленький? Почему такой маленький? Это у нас налобный фонарик. Выбросить? Нет, не выбросить. Это у нас универсальное зарядное устройство, ё-моё. То есть прям как в ДДР, да, все. Так, фонарик у нас, ну пока, ладно, ПМ у нас тоже имеется, нет, подожди, мы бегать можем, а, на колесико. Нет, подожди, это походу не ПМ нифига, что это такое у нас? Это ПМ, а экипировать, понял? Во, пошел процесс у нас. Так, дальше, а, распаковать, что это значит? Я типа выкинул, нет, я распаковал, как это работает? Пока я что-то не понимаю, конечно, но... А, вот, перезаряжаемся, магазин 0. Все, пошел процесс 8. То есть я распаковал типа и все, как типа пачку, понял? Так, это у нас фонарик, это у нас... универсальная, зарядная. Ладно, все, будем потихонечку разбираться. Там у нас какие-то одиночки стоят. Как я понял, это локация темная лощина вообще. Здесь у нас, по идее, конечно, есть КПК, но пока он... Ой, тихо-тихо-тихо-тихо, сейчас стрельнул. Напугал неписей. Но это, видимо, неписи, опять же таки, не люди. Ну, давай с ними поговорим. Так, кто это такой у нас? Поговорить. Сеня, балабол, не травы. А, фонарик на F у меня все это время. Понял. Так, ну здравствуй, ты охраняешь подходы к этому месту? Ага, охраняю от жидности всякой, что тут шастает. Да от бандитов, что под боком засели. И ты их не спешишь молять, но на глаза лучше не попадайся. Ага, что можешь сказать про зону? Допустим, что тут рассказать? В темной лощине, месте, где мы сейчас находимся, располагаются бандиты и странная группировка. Название вспомнить не могу. Мутантов тут мало, как и аномалий. На Юпитере вся жизнь. Переход недалеко, все оставшиеся группировки там. Будь осторожней, монолит там шастает, да военные изредка. А что это за деревенька такая? Это деревня, единственный лагерь сталкеров в территории темной лощины. Тут и торговцы, и медик, даже охотники. Не место, а спасение. Давай, удачи так для тебя. Конечно, о, это типа онлайн. Нифига, тут довольно-таки много людей играет, но поменьше будет челиков. Ну ладно, тогда я пойду дальше. Я, конечно, темную лощину не люблю, но здесь они ее переделали, и даже я вот так сразу и не признал. Только вот карты никакой нету, подожди. У нас тут еще есть статистика всякая. Понял, батон прибывший, рус сагитов, легенда, дед. Понятно, это, кстати, походу неписи. Это не простые игроки. Энциклопедия, аномалии, группировки, мутанты. Ну понял. Так, а это кто такой у нас? Если что, это онлайн-проект, так что не подумайте ничего. Так, говорить Хантер. Ну, говорить. Привет, мужик, случилось чего? Да печь, ёп, мать, дрова не топит, сломалась старуха. Могу чем-то помочь? В общем, слушай, недавно заказ появился на 5 глаз плоти. Если уж поможешь разгребстись со всем этим, то дам в полцены больше за эти части мутантов, чем у всех скупщиков Припяти. А если еще 7 шкур кабанов и 4 шкуры плоти притащишь, охотничий плащ выдам. Так, ладно. Слушай, я пока тут по округе лазал в поисках твоего угля, еще вещей насобирал.
А, ага. Я на самом деле тебя обманул, ничего не собирал, фига, обмен какой-то. Бартер предмета, самодельная походная печь, аномальное растение 40 штук, изоляторы, карта доступа. Смотри, бартер вихрь. Нифига себе. Но он просит взамен бизон, кстати, бартер, плаща, обкожаные ботинки. То есть надо сейчас тут полазить, короче, я понял. Так, как выход, выход, все, давай. Какой-то сталкер тут бегает. Ладно, давай до связи. Мусора, вы Саню поймали, пишет Леха Кислый в чате. Так, ладно. Есть какие-нибудь полезные советы для новичка? А чего ж нет, вообще, если мутантов встретил, попытайся либо пострелить их до того, как они до тебя добегут, или в отзывочность какую-либо заныряй. И считай победу у тебя в кармане. Ну, короче, ладно, давай до связи. Подожди, у тебя тут, конечно, есть торговля. Что-то как-то торговля не работает. Видимо, с тобой у тебя бартерная система. Так, надо, видимо, тут полазить. Он нам такую наводку дал. Ну, окей, я буду знать. Тут, слушай, 200 штук изолятора, это много, типа. Тут изолятор должен, по идее, в каждом доме как будто находиться. Здорово, тут какой-то сталкер сидит. Ну и ладно, пусть сидит, в принципе. Здесь у нас пусто, ничего не наблюдаю. Здесь, опа, личный ящик, смотри-ка. Обыскать. То есть там мы сможем сложить свои личные вещи. Так, батон, не травы, не-не-не, давай. До связи, выход. Вы защищены, у нас игра показывает. Мне нравится худ, кстати. Мне нравится худ. И довольно-таки прикольно в это все играть. Так, радио ненавязчивое. Сыграем в 21. Так, у меня тут кое-что на обмен имеется, интересует. Да ничего не интересует, у меня нет ничего. Обменять. Я же нуб, у меня ничего нету, сранчики какие-то, тут появились. Так, ладно, торговля. Что ты можешь нам предложить? Патроны может предложить, но у меня 10 тысяч, конечно, есть. А, у меня 10 тысяч откуда-то есть, нифига себе. Монтировка 250 рублей, водка столичная, форт 11 тысяч. Давай-ка я лучше реально бинтики куплю, если такая возможность имеется. Патроны-то у меня есть, набор батареек. Допустим, кукурузу куплю, а продъемы, да, естественно, по такой цене. Так, водку на всякий случай возьму, давайте. А бинтов у тебя нет, что ли, никаких? Можем, кстати, было купить ТТ, но патронов нет, поэтому без разницы. Ладно, все, давай, короче, выход. Короче, ладно, пошли сейчас тогда путешествовать по зоне, посмотрим, что тут будет. Он, конечно, сказал, тут недалеко переход, но я даже понятия не имею, где. Скорее всего, надо по дороге просто идти и все. Так, автор, можешь прийти на Янов? Автор, ты что? Давай даже в руки, наверное, пистолет возьму. Так, подожди. Идет выброс. Идет выброс, конечно. Выброс вот закончился, а дождик начался. Я не знаю, проклятие дождями даже тут преследует, но, видимо, тут, в принципе, такая погода и атмосфера, что как бы дождь будет вполне себе даже уместен. Так, подожди, ПМ у меня. Вот же мой ПМ. Опа, какую-то я стрельбу слышу, пожалуй, фонарик выключу. И кто это такой? От потейки отбивается сталкер. Я не знаю, это бандит, не бандит, но на бандита не похож, во всяком случае. Может, он помочь? Это бандит, смотри. А ты кто такой? Ты волыну-то попрячь. Ты просто тоже ствол убери. Месте, как баба. Кого? Того, бля. Ствол убери, чё хотел? Вот свой прикрой на чужой территории для начала, бля. Молодой разошелся больно. Чего хотел? Я чё хотел? Да, ты. Ты не прям наглел? Нет. Кто меня толкает, бля? Чё за невидимая сила, бля? Манай отсюда, бля, быстро. Пока пулю не получит. Нервный какой-то. А могу ли обыскать, нет? А, ему пофиг на пути, все, могу обыскать. Так, а, любительский охотчий нож нужен, то есть я сейчас даже обыскать не смогу. Нам кого-то еще сталкера увидел, но я ему отпор дал, и он, все, нафиг ушел. Очень похоже на переход, кстати, на Юпитер. За заваленным деревом, по-любому, он будет. Или это просто какая-то аномалия, кстати. Я вот не люблю заваленные деревья, сталкеры. У меня они вызывают подозрения, но... Действительно, смотри-ка, на Юпитер мы попали. И причем нет никакого переход... Вот это, кстати, огромный плюс, что нет никакой загрузки. Это прям хорошо. Но я понял, что это за место. Это скат один, вроде как. Но как тут пройти-то? Опа, что это такое? Это какой-то... Чего это такое? Что это такое? Камень шевелится? А, это, видимо, рюкзак аномалия пинает просто. Так, ладно. Рюкзак с вещами. Ух ты! Нашивка одиночек. Уголь активированный. А как взять-то мне все это действие? Так притаскивать можно, не? Или это... Да, смотри, работает. Я умер? А, это... В зоне погиб тушканок-гробовщик, причина смерти неизвестна. Он что, конченый? Как он попал в аномалию-то вообще? Охренеть. Тут нельзя почему-то взять все, но я, допустим, я сейчас буду все перетаскивать, и у меня получится это сделать? Действительно получится. Тут явно не пройти, тут аномалия, я думаю, что это 100%. Тут сталкер решил как-то, конечно, но ничего у него не получилось. Так, ну вот, вроде как вот тут нет никаких аномалий. Я, конечно... Тихо, да что меня толкает? Что-то толкает как будто бы иногда. Ладно, была не была?
Мы проскочили. Тут, правда, еще фон. Благо, эти аномалии видимы. Благо, их хотя бы видно. Там вот челика не было в случае мантирады, кстати. Вроде как не было. Так, ладно, нужно Энов, видимо, поддержать свой. У меня водка, в случае чего, есть. Здоровье наше вроде как не тратится. Ох, твою мать. Слышу зомбированных, но мне нет смысла вас убивать, потому что нет у меня никакого ножа. О, кричит мужик. Слушай, может, сейчас я зря захожу вот сюда? Если сюда захожу, то, скорее всего, мне надо будет сейчас стреляться с ним. Ну ладно. Что поделать? Слушай, неплохое место для базы, кстати, можно было себе организовать здесь. Так, а тут у нас не добраться до этого ящика, к сожалению. Да и вряд ли что-то в нем и было, если честно. Так, зомбу, ты тут? Нет, зомбу, кстати, решил за мной не идти, да? Какой ты молодец-то. Не, ну знаю, конечно, родной Юпитер, но вот этого, допустим, ЗП не было. Вот этой вот постройки. Бля, ну слушай, красиво смотрится, между прочим, все это дело. Очень красиво, так, это можно как-то... Почему это отталкивает вещи? Это, мне кажется, пинг. Ведь отвечает, это пинг какой-то. А что, Янов так-то преобразился? Смотри, по-другому смотрится. Смотри, сколько тут объектов появилось. Ох ты, сколько тут у нас челиков-то, посмотри. Вот, наверное, тебе сейчас все это я продам, кстати. Так, торговать? Могу ли торговать? Могу торговать. Ну, давай тогда продаем сейчас эти промышленные смазки. Мне не особо это вряд ли надо будет. Это пацаны, которые за резака топят. Пацаны ровные. Вон там еще стоят. Это похоже на бандита, который нас встретил в предыдущий раз. Чтобы без конфликта было максимально. Типа, вы можете заплатить, но в этом смысл какой? Они потом снова кого-то захватят и снова деньги будут требовать. Их пока нахуй отсюда не выгонишь, они так и будут это продолжать. Это, блядь, до бесконечности может продолжаться, пока им все нам деньги не отдадим. Нам для решения в любом случае нужен. Ну это да. Непосредственно сам резак. Логичнее его сейчас забрать оттуда из этих лап, блядь. Тут какие-то бандиты одни, причем. Ну, судя по нашивке, конечно, я не могу узнать. Опыт не РП подсказывает то, что нашивка может быть любой. Но все же. Короче, ладно, сейчас давайте, может, какие-то квесты ЗВРБ возьмем, если он вообще тут есть. А его тут нету, кстати. Это мой личный ящик. Можем туда, в принципе, сложить, либо это личный ящик для всех. Не знаю. Так, погоди. Руки, руки, руки. Да, какой-то. Так, что это за игра? Объясни правила игры. Нет, никаких игр пока играть не хочу. СВД, прикинь, можешь СВД будет взять. А, ладно, это слишком было бы наивно, я считаю. Ну, короче, тут у них идут всякие движения, но... Так, что это такое? Передать деньги, представиться. Пошли тогда в башню. Пока. Не, что-то как-то с бандитами не хочу связываться, пойду к ученым. Ученые тут, по идее, не должны быть далеко. Ну реально, что-то с бандитами какие-то они это. Быки. Ну нет, смотри, тут действительно изменили размер локации, судя по тому, что сейчас вот находится бункер ученых очень близко, вот здесь вот. А вообще тут кто-то будет, что-то он какой-то пустой, смотри, неужели его забросили? Алло. Ладно, пить меньше надо. Так, а это кто такой? Тоже какой-то неизвестный, но это непись, кстати. О, не непись, точнее, это реальный игрок. Так. Говорит, здравствуйте, ничего себе, чего-то хотели. Да так, осматриваюсь. Блин, жаль, что он без микрофона, ё-моё. Ребята, которые будут играть, микрофон, пожалуйста, хотя бы маломальский нужен, потому что вот так вот чекать, как бы. Он что-то вот пишет, мне сейчас надо это ждать, да, вот это неприятно. Так, ладно, давай-ка пока смотрю, что тут у них есть. Ящик. А что это там лазит? Парень, выйди. Хорошо. Думаю, нам бы не помешали некоторые образцы частей мутантов. Ножа нет никакого у меня. Каких конкретно мутантов? Было бы неплохо, только вот нет снаряжения для подобных. Выдадим не проблема. Ну, раз не проблема, то слушаю. Возле градирни, где западный туннель. Чё там находится? Обитает трое тушканов. По моим данным, там есть один очень мутировавший образец. Так, и чё? Если коротко, мне необходима его голова. Справитесь? Постараюсь. У меня бы нож хотя бы. Я думаю, что с тушканами я с Пэмом справлюсь. Достал из-под стола небольшой подсумок. Неизвестный. Это что он пишет, типа, ну, этот, на РП-чат? Вот, точнее, в РП-чат. Блин, ну вот. Разложив, продезинфицировав его изнутри. Получим предмет, охотничий набор, да? Так, и что, как его использовать? А, разделывают, ну все, никак, да, видимо? Все, тогда давай до связи. Вам, наверное, патроны нужны. Вроде как есть. Если там только тушканы будут, то хватит. А где еще раз у градирни? Это недалеко, да, здесь? Все, понял. Отправляюсь тогда, ждите. Вот же они. Ну-ка. Ты че? Минус один. Минус два. Твою медь! Тихо, убегаем. Магазин три патрона, это очень мало. А кто быстрее, я или тушканы, интересно? Минус. Ух ты, твою мать. Но они, кстати, не сильно, если честно, и бьют. То есть 95% здоровья у меня есть. Оу, это что за покемон? Это кровосос еще здесь, что ли? Или мне кажется? Как-то пуля не считает, если честно. Тут тоже, видишь, из-за пинга, видимо, сильного. Твою мать.
Да не надо меня бить, пожалуйста. Это, конечно, простой квест, сейчас боюсь, что не справлюсь даже с ним. А что по тебе пуля-то не считает ничего? А, пуля не засчитала сейчас очень сильно. Ну да, тут есть регистрация скиллов, так скажем. Ну смотри, я даже присяду, ну-ка. А, так они не с первого выстрела еще убиваются. Вот в чем дело, оказывается. Все, я понял. Господи. Ага, голова мяса. Ну окей. А разделываем мутанта? Нифига себе, как это смотрится, смотри. Прикольно. Нормально. Ну что за мутант такой на тушкам был здоровый, купец. Уважаемый в туннеле, вы там в порядке? Да. Давайте посмотрим. Они как-то тоже не сразу обыскиваются, но все нормально. Сейчас мы еще часть тела продадим и получим еще за это деньги. Так что пойдет. Так. Ух, твою мать, сколько здесь. Что, давайте я что-то немного не понял. У вас какие-то претензии? Да, есть претензии. Тут не каких-то ивентов какой-то. Ляха. Старик, кто такой? Ну, вот так и закончилось мое путешествие на сегодня. В общем, ссылочка на сервер будет в описании. Пишите свои комментарии, может быть, постримим здесь или побегаем еще. Всем пока-пока, еще увидимся и не болейте. Мы отправляемся на дно, это мой автопилот. Ледяное солнце, что весной, забери меня, забери меня, отправляемся.